улицу Щепкина идете вы? Нет. Надо прикладывать. Но он не идет, как облетать автобус. Он сейчас идет через Калибровскую. А до Нового года отлично доедет? Потому что мы расставили. КНФЦ доедет. Спасибо. А до Нового там надо пройти чуть-чуть. Час. Как раз там доедут они. Как? Чуть-чуть пройти. Там и чуть-чуть и надо. И раньше приезжать туда, чтобы дойти к нам. Там он сейчас теперь не идет, ни по Уставели, ни по Огородному. Он идет. Ну да, там по Добролюбово, да. Ну нам так и надо. Ну, как раз он остановится. Спасибо большое. Нет, МФЦ он и называется. Многофункциональный центр. Он шестой парк не заходит. Не заходит, я уже пробовала. 126-й завернули так, и вот. Может, на 19-м там надо пройти. Да. А здесь вам буквально улицу перейти, стоит этот МФЦ. А позвонила, мне и назвали, что где-то сейчас пустили новый автобус. Да, это вот этот. И с Марьиной Рощи можно доехать 126-м по МФЦ. С метро Марьиной Рощи.
собственно говоря. По-моему, Посадка и высадка таких пассажиров производится через средние двери автобуса. Специально отведенные места для коляски, расположенные напротив слева средних дверей. Тебе телефон еще актуален? Следующая остановка — МПП «Мадинович». Уважаемые пассажиры,
Напоминаем, что во избежание травм необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении автобуса от остановки. Приглашают жителей Москвы на Московской области 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессиям, водитель автобуса, водитель трамвая. Создать пакет, льготный проезд на наземном городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства, возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40 8-495-950-40-40
Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных Уважаемые пассажиры, в связи с временным изменением трассы маршрута, остановка Театрский действия объединена с остановкой улица Гончарова.
Гончарова. Следующая остановка – Огородный проезд. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Уважаемые пассажиры, будьте вежливыми, уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. На улицах города счастливого вам пути.